Сегодня у нас 6 марта, всем здравствуйте. И мы на канале Евгения Филимонова, питомник Хвойный дворик. Здравствуйте, уважаемые друзья, всех милых дам с Международным женским днем. Желаю вам оставаться такими же красивыми, милыми, добрыми. А у нас выпал снег 6 марта, сегодня у нас 7. Я туда отойду. Покров снега где-то примерно 15 сантиметров. То есть сегодня март, ну растает где-то он, дай бог, к 20-му, потому что по ночам стоит температура минусовая, днем плюс. Конечно, сейчас будет плюсовая температура к обеду, но таять он будет очень долго. Очень долго. Сейчас мы заберемся на вершину горы. Заберемся. Вот наш теневичок. Там елка, если можно видеть, сейчас приближу. Вся в снегу. Тут сеянец однолетка. Ну, хорошо гидроизоляция держит, поэтому. А там дальше, как можно видеть, поле. Поле и они объемные гектары. Вот наш теневик. Хорошо, что не накрыли сеткой еще. Снег будет таять очень долго, как я предполагаю. Потому что плюсовая днем, минусовая ночью. Ну, здесь по бокам у нас двойная сетка, а там по бокам вся изорвана, видно. Сеянец однолетка, вот, если можно видеть. Сейчас я поближе сниму. Вот он. Под снегом вся еще. А так это участок. Но мы должны освоить вот этот теневик за весну. За лето построить тот. И за следующую весну освоить только тот, скорее всего. Седьмое марта, а снег выпал. Поэтому отправку будет, скорее всего, как полностью снег оттает, полностью земля оттает, будем производить отправку. То есть плюсовая установится температура ночью, тогда начнем производить отправку. Ну, сейчас поедем туда, на участок, где там пятилетка растет. Там другие саженцы. Посмотрим, что там. Ну, все будет переноситься на этот участок. Видите, тут у нас. Вот. Взяли емкость для воды. С водоканалом очень трудно договориться, поэтому будем возить воду сами. Так что, кто имеет 33 гектара, пожалуйста, пишите мне, говорите опять, что у вас очень много земли. Мне хватает вот этого теневика, еще тот достроит и нормально будет. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть отсеков.
Кто начинающий, вам желательно освоить хотя бы пару соток для начала. Ну, на этом на участке, наверное, закончим обзор. Поедем на наш участок, где растут побольше растения. Ну, со временем все сюда, конечно, перейдет. Вот наш вагончик. Вагончик. Еврокубы. Здесь у нас будку под кладовку сделали. Ну, довольно уютная получилась. Подмерзло чуть-чуть. Вот, если можно видеть. Много инструмента сюда влезет. Сейчас вот закрою. Ну и здесь кладовочка у нас тоже. Там довольно тоже много всего интересного. А вот туйки. Туя колоновидная колумна. Посажена в июне месяце, 40 градусов жары. Чувствует себя превосходно. Если можно видеть, она не ломается, не гнется, цвет потерял, но ничего страшного. В следующей осени они будут просто классные. Посадили 3 туйки. Сделали для них такой небольшой навесик, теневичок. Ну, вроде как они себя комфортно чувствуют. В таком возрасте их пересадили. Большие они, видите? Как им тут уютненько. Прохладненько. Все поливается, зеленые. Пересаживали в конце июня, наверное, в таком большом возрасте. Просто сделали теневик, укрытие от солнца и обязательный полив каждый день. Сейчас пойдемте посмотрим еще тую брабант. Здесь у нас можжевельник Skyrocket. Ну, здесь будет вход тоже в питомник. Тут будет по отсекам все распределено. Тоже будет у нас, я думаю, притянено все. Вот сетка где-то оторвала, да. Но ветра здесь очень хорошие. Но будем все это опять же делать. Так, мы туя брабант хотели посмотреть. Туя брабант, что у нас с ней? Стоит на солнце в мороз. Прости, вся желтого цвета, но это вообще ничего страшного нету тут. Она гнется, не ломается, не осыпается. Будет довольно-таки прекрасное растение и прекрасная изгородь будет. Посажено на метр 3 штуки. Я бы еще ближе садил, чтобы плотная изгородь была. Но это я, наверное, наоборот буду прореживать ее, выкапывать для того, чтобы
получить материал такой более. А вот уже один отсек готов, видите. Вот. Будет накрываться, там сверху тоже пойдут лаги. То есть 3 метра один отсек получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять отсеков. Как видите, выпал снег. Вчера 6 марта сантиметров 15-20 где-то так. Пес, здорово. Пес, Ботя. Вот. Снег выпал. Да, сейчас тепло. Сейчас минус 2. Но на солнце уже подтаивать начинает. Но таять это все будет очень долго. Скорее всего, до конца марта. Потому что все это, чтобы растаяло, нужно или плюсовая температура, ну, градусов 10 минимум, чтобы продержалось и ночью, и днем. Если температура ночью минусовая, то таять будет очень долго. Выкопку начнем примерно где-то в конце марта, я думаю. Ну, посмотрим по погоде, конечно. Но сейчас загадывать с таким катаклизмом, как бы, видите, все в снегу, все. Все в снегу, и он будет таять, потом браться коркой ночью, потом опять будет замерзать, как бы опять оттаивать. Вот здесь у нас двухлетка Туя книжка, ее практически не видно. Сейчас я, может, откопаю. Вот она, родимая. Все под снегом, ничего страшного с ним здесь нету. Но это для нас, вам надо строить такие же грядки, высаживать в такие же грядки. То есть еще и делать тени, устройство для притенения. Ну, на моем канале есть видео, где можно посмотреть. По поводу отправки. Я понимаю, Крым и Краснодарский край. У вас тепло, но у нас, видите, какая погода творится. Мы не можем сейчас отправлять. Это надо примерно или 10 градусов тепла, чтобы продержалось и днем, и ночью, или дождя хорошего неделю, чтобы этот весь снег ушел, чтобы земля отошла. Поэтому будем смотреть, как что там, и сразу же начнем отправку товара. Поверьте, нам тоже держать сеянец у себя. Ну, как бы, нам надо побыстрее тоже отправить. Поэтому мы тоже заинтересованы в отправке. Но погода, увы, как вы видите, очень такая, с одной стороны, очень красивая, хорошая, но работе мешает. Вот туя колонна. Смотрите, она под снегом. Это самое лучшее укутывание. Самое лучшее укутывание для хвойных растений – это снег. От мороза, если бы в начале зимы так ее укутало, она бы даже бы, я думаю, не пожелтела. Но она и так нормально, видите. Поэтому, так, сейчас пройдемся сюда. Здесь у нас изгородь из кизильника. Здесь у нас барабант, тоже весь под снегом.
Ну, эти все саженцы уже можно не укрывать, они по снег нормально выдержат, выпрямляют, становятся довольно зелеными, красивыми, насыщенными, так что не пугайтесь, ничего страшного в этом нету. Здесь у нас растет, все хотел показать, вот тут эти колонны тоже. Это магония поддуболистная. Тоже прекрасная, она зимой краснеет, а летом она зеленая. Тоже будем пытаться черенковать. Здесь у нас барабант. А это сосна крымская. Сосна крымская. Видите, как ее снегом накрыло. В комментариях там много вопросов по сосне крымской и пишут, что у меня такая же, это у вас сосна обыкновенная. Ребята, я могу отличить еще в здравом уме семена сосны обыкновенные от семян сосны крымской. Она вырастает вся такая с длинной иголкой, вот она у нас. А здесь у нас спряталась пихта. Пихта, а под ней тут вообще снегу можжевельник. Я боюсь наступать тут. Пихта, сейчас мы... Вот видите, какая... Пихта кавказская нормана. Вот смотрите, какие у ней. Прекрасные иголочки сзади, кстати. Голубоватого такого. А так она прекрасно зеленая. Ну, можжевельник Skyrocket обрезанный. По времени чуть-чуть не успеваю я черенковать его. Вот как снег сойдет, так, наверное, будем пробовать пытаться уже начинать черенковать в зимнюю теплицу. Ну, ель голубая есть, ель голубая она. Довольно-таки выносит хорошо. А здесь у нас пятилетка. Пятилетка накрыла с головой. Вот один сеянец я отпихнул. С головой вся под снегом. Ну, все это будет убираться, естественно, надо на тот участок, который я вам покажу. Там будет рассаживаться. Елка голубая, вот ей уже 23 года, она в таком, постригал я ее два раза всего, набитая, красивая. Это туя колонна, она может идти очень высоко, она до 15 метров, я видел, такие прекрасные. Но если их держать, как я держу, например, вот, вот в таком состоянии. Сейчас я покажу. Ну вот это в мой рост. Мой рост, который я вам показывал. Вот отсюда, вот снизу. Вот. Можно видеть, да? Вот это уже 10 лет. И она останется, когда ей будет 20 лет, тоже такая же. Ну а те я просто отпущу, пусть идут. Так, кизильник я вам показывал. Здесь у нас елочка обыкновенная. Вот ель обыкновенная, тоже чем отличается, видите? Ну красота просто. Сейчас мы пойдем посмотрим, что у нас тут. Так, желающих приехать к нам, сразу говорю, сначала на наш сайт. Посмотрите наличие, вообще работаем ли мы для самовывоза. Поэтому на эту весну уже все практически распродано, все под бронью. Прошу вас очень внимательно следить за сайтом.
Сайт у нас вот, пожалуйста, zelenko-com.ru. Заходите, смотрите, будем звонить. Могу объяснить, почему мы закрыты, когда мы откроемся. Ну, уже, скорее всего, будут приниматься заказы на осень. Небо чистое, голубое, очень классно смотреть. Желаю, чтобы всем, чтобы всегда такое небо было над нашей головой во всем мире. Ну, эта съемка импровизированная, поэтому я так сильно к ней не готовился. Сейчас, если честно, и некогда, извините. Здесь полностью все в снегу, я даже туда заходить боюсь. Неохота тревожить. Там у нас в теневике тоже кошмар все творится. Снег, короче, помог очень сильно. Сначала были морозы очень сильные, а сейчас у нас, как видите, катаклизм. Ну, это видео, кто досмотрел до конца, те, кто выписал у нас засеянцы, те, кто оплатил и ждут отправки. Я еще раз говорю, отправка начнется, когда восстановится плюсовая температура по ночам. Потому что это сейчас все начнет таять, ночью опять замерзать. Минус 7, минус 8 у нас по ночам сейчас есть. Поэтому прошу вас, не торопите нас, пожалуйста. Мы ничего сделать не можем. Спасибо за внимание. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик.